Продолжается тайбрейк, уважаемые друзья. По 4, второй мяч. Не проходит. Подача 4-5. Втыкается с двух рук и дает ошибку. Все. Чуть внимательнее сыграл Алехандро, и Джайми ошибается. Джайми ошибается, 5-4. Алехандро ведет в решающем тайбрейке. Вернее, в тайбрейке решающего сета. Пять четыре, два мяча. Четко Алехандро вкручивает. Горочка подлево. Джайми отвечает также. Не бьет уже. Пытается держать удар. Сидит подлево. Ответ. Пробивает подправо. Еще раз подправо. Ошибается Джайми. Это его коронка. Мы сейчас понимаем, что это у Джайми коронка. Попросить удар подправо и пробить косой короткий кросс на вылет плоскачом. Или просто длинный кросс. Матчбол пошел. Два матчбола. Алехандро в очередной раз пытается оправдать мой прогноз. Подлево спокойно. Центр. Горочка грамотно. И не спешить. Пробивает Джайми. Подправо. Горочка. Аут был там. По длине аут. Гейм, сет, матч. Уважаемые друзья, мы с вами стали свидетелями интересного матча. Алехандро. Алехандро Ризанна Альварес, 8-й сейнет, одерживает победу над Джайми Зарагоса Теруэль. В трех сетах на тайбрейке решающего сета. И Алехандро Таризани становится соперником Даниэля Ингуса Морозова из Латвии. Матч будет сегодня. На этом, друзья, завершаю игру, матч. И пока что, да, вот запись матча полностью вел не только я, но и, значит, люди просто ставят и записывают матчи.